Приветик, мои хорошие! А для тех, кто первый раз зашел на мой канал, меня зовут Алена. По названию видеоролика вы уже догадались, что это будет распаковочка с Пандау и с Алиэкспресс. Давайте начнем. У меня сегодня, так, покажу вам, 6 посылочек. Там получается вроде 3 с Пандау и 3 с Алиэкспресс. Так, давайте я начнем вот с этой большой. И давайте большие оставлю на потом. Начнем, наверное, вот с этих 2 посылочек. Это я заказывала у одного продавца с Пандау. Шло оно где-то 2 недели. Пришли очень быстро. Смотрите, получается, почему я вскрыла их? Потому что мне нужно было отписаться, написать комментарий продавцу, что все пришло нормально, в целости и сохранности. И давайте начнем. Вот такие пришли. В таком простом пакетике пришли, в тонком. В этом тонком пакетике еще один тоненький пакетик. И там уже вот такие вот чехлы для карточек. Наверное, многие про них знают. И вот я заказала ему 2. Вот один. Также такой простой пакетик. Без пупырок, без ничего. В нем еще один пакетик. И уже в пакетике конвертик. Вот таких 2 конвертика. Ко мне идут еще таких 2 конвертика, потому что надо мне и дочь еще на карточке. Вообще обалденная вещь. Потом, также с Пандау, мне пришел такой вот маленький пакет, не маленький пакетик, но в нем был, вот видите, простой пакет, без пупырок, без ничего. В нем был вот такой вот маленький полигель. Заказывала я его, хочу учиться наращивать ногти. Что хочу сказать, он зафольгирован. Давайте проверим. Какой приятный цвет. Ну, вроде цвет, который я заказала. Не видно. Получается, посмотрим, как он будет в деле, понравится мне или нет работать им. Но он такой малепюсенький, такой маленький, но такой аккуратненький. Так, следующее. Спандау. Вот эта посылка мне шла около что-то 1,5 месяца. Вообще долго шла эта посылка. Это такая вот коробочка. Коробочка вся такая какая-то разорванная. А, это безборстовые салфеточки. Угу. Видите, она, коробка вся была порвана, и здесь они помялись. Здесь у меня их. Здесь у меня. Непонятно, сколько штук. А, наверное, вот 100 штук, наверное, их. Вот видите? Вот, наверное, 100 штук. Ну, что скажу? Я пока в деле их не пробовала. Посмотрим, как будет в деле. Но до этого я заказывала другие. С Алиэкспресс и с Пандау одни вот такие, одни вот такие. Вот эти мне понравились больше, чем вот эти. Ну, безворсовых салфеток много не бывает. Посмотрим, как будет в деле, потом отпишусь. Потом посылочка с Алиэкспресс. Мне пришла вот такая, с пупырчатым конвертике. Здесь у меня... Здесь у меня много чего пришло. Давайте начнем. Сейчас будет немножко шумно. Любимый мне устанавливает кухню, а я снимаю видео. Пришло вот такое вот. Что-то все отыскаешь в бутылку. Шумно немножко будет. Чтобы не замерзло. Потом вылез. Получается вот такой вот конвертик. Зип-пакетик такой, аккуратненькое все. Это для стемпинга такая, как она правильно называется, пластина. Здесь такие интересные рисунки, вот эти, знаете, вот эти, как они, ловцы снов. Мне так нравились, я раньше делала ловцы снов. Короче, такая вот красота. Попробуем, как оно будет в деле. Но мне понравилось. Так, следующее. Так, следующее, что здесь лежало. Это вот такие вот наклеечки. Так, сейчас посмотрим. Тоже все, видите, в пакетике разложено. Так, я заказывала 2 вида наклеечек. Мне пришло 3. Я заказывала вот эти. Не хочу фокусироваться. Ну, вот этот и вот эти наклеечки. Заказывала вот 2 вида. Вот эти и вот эти. А, вот они, наверх тормашками. Вот. 2 вида заказывала, а третью, такие зачеркнутыми надписями,
мне продавец положил в подарочек. Так, следующее. Что здесь попадается? Бамбуковые мини-палочки. А я когда заказывала... Сейчас, минуточку. Я когда заказывала, я думала, что они будут вот такие. Я их заказывала, помню, в Фаберлике, что ли. А пришли вот такие. Ну, ладно. Сейчас посмотрим. Тоже все в пакетике, аккуратно. Ну что, хорошие палочки бамбуковые. Посмотрим, как будет в деле. Здесь их 10 штук. Ну, прикольненькие. Так, следующее, что мне попадается. И последнее. Вот пустой пакетик. Это формы для наращивания. Вот такие формы. Здесь у меня 50 штук. Я хочу попробовать наращивать ногти полигелем. Из этого я заказала полигель. Так что посмотрим, как еще получится, как я смогу справиться с этими формами. Потом покажу вам. И последняя посылочка. Это моя посылочка разочарования. Знаете, так расстроилась. Я получала посылочку. На улице я хожу без очков. Потому что холодно, переносится, мерзнет. Здесь мерзнет то, что металлическая оправа. И я хожу без очков. Ну, я зашла на почту, взяла посылку и пошла. Знаете, так сразу не заметишь, что посылки-то косяк. Посылка склеена скотчем. Получилось так, что я, когда домой уже пришла, начала посмотреть, что там мне пришло, и расстроилась. Давайте я начну по порядку, а потом уже скажу, почему я расстроилась. Мне пришел вот такой вот полигель 15 мл. Этот уже побольше, чем вот этот. Ну, так, давайте посмотрим. Он зафольгирован. Фольга вылезла. Ну, ладно. Он зафольгирован. Посмотрим, как он будет в деле. Потом в наборе была вот такая кисточка. У меня такие наподобие есть, только тоненькие. Ну, будет теперь как набор. Смотрите, как смотрится классно, да? Наборчик. Так. Пришла вот такая вот кисточка. Она в транспортировочном клею. Это для того, чтобы выкладывать полигель. Ну, у меня таких много кистей. Если что, если мне это не понравится, у меня другие есть. Потом, я, знаете, я здесь вставлю, наверное, фотографию, какой набор должен был быть, и чтоб мне не пришло. Потом пришел вот такой вот обезжириватель. 30 мл. Он тоже зафольгирован. Я не буду открывать. Потом открою. Так, и пришли вот такие вот типсы для... Если я вдруг неправильно скажу, поправьте мне, для верхнего наращивания вроде бы. Это для полигеля. Угу. Я надеюсь, сами свои ручонки не засунули. И пришел вот такой вот гель розовый. Посмотрим, что он себя представляет. А, он тоже зафольгирован. Потом я буду делать... Или сейчас открыть. Знаете, такой какой-то флакончик полный. Такой светло-розовый цвет. И последнее, что мне должно было быть в этом пакетике. Пакетик упырчатый. У меня остался только вот такой вот конвертик. У меня должен быть вот такой быть пушер. Благо у меня их 3 штуки. Такой. У меня есть свои пушеры, которые я раньше заказывала. Потом я когда работала, у меня он был... Вот такой вот пушер у меня вытащили на Почте России. Я не знаю, либо это у нас вытащили в отделении, либо где-то по дороге вытащили его. Но было обидно. И знаете, самое интересное, я написала сразу продавцу, сфотографировала. Написала то, что не хватает вот такого-то инструмента. Он мне присылает фотографию, говорит, такой? Я говорю, да, такого не хватает, говорю. Он такой, все хорошо, окей. Подождите 48 часов, я вам отправлю... Заново все, не переживайте. Только поставьте мне потом, как получите 5 звезд. Я говорю, все хорошо. Вот мне понравилось, что вот продавец не стал там, знаете, заморачиваться, там есть такие, начали спорить. Он спокойно высылает мне новый пушер.
Так что на этом я заканчиваю свое видео. Спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы. Так что всем пока-пока.